Небольшая однокомнатная квартира для одного человека или пары. Показываю все, из чего она состоит. Квартира действительно небольшая, поэтому всем критикам, пожалуйста, можете, конечно же, высказываться, но это бесполезно. Жить здесь могут два человека. Здесь у нас есть вот шкаф, здесь есть столик для работы или учебы, раскладной диван, на который может поместиться один комфортно, либо два человека. Также можно здесь поставить тоже еще одно спальное место, если кому-то надо. Ну и тут же у нас небольшая кухня с холодильником, микроволновкой, встроенной стиральной машиной. Но и, конечно же, так как здесь не будет жить много людей, то предусмотрено, что готовить здесь будут немного. То есть какие-то, может быть, студенты или рабочие люди. Тут же у нас есть вот место, где вы можете принимать душ. Вот полностью полноразмерный, вот с таким вот большим бойлером. Вот. Ну и напоследок покажу вам еще себя. Нет, не себя, балкон. Покажу вам балкон. Сейчас вечер, вот, хотя балкон здесь и не такой уж и маленький, вот он выходит сюда, а сетка здесь для того, чтобы к вам птички не прилетали. И вот у нас вид на вечерний город. В общем, кому будет интересно, эта квартира сейчас доступна. Звоните, пишите, будем поселяться.